Робот-меканоид, який умеє самостоятельно розмовляти, слухати своїх суразмовців і вступати з ними у діалог, у середній школі номер 37 города Гомеля з'явився місяць тому. Гэта саправды разумная машина, володує усімі основними європейськими мовами, однак найбільш глибокий досконала англійський. Менавіта падчас яе вивучення робот активно використовується для развития комунікативних компетенцій вучнів. С ним можно вести беседу, он отвечает на вопросы, задает вам вопросы. У него довольно большой запас слов, более 1000 слов, это его лексический запас. И мы решили, почему бы не использовать робототехнику на учебных занятиях, тем более, что в Восточной Европе данные разработки не делались. И робототехника для гуманитарных предметов никаким образом не использовалась. Аўтарам гэтага сапраўды інавацыйнага эксперыменту стаў тройчы ўладальнік ганаровага звання лепшага настаўніка замежных моў горада Гомеля Віталь Пятроўскі. Ідэя набыць незвычайнага памочніка ўзнікла падчас наведвання выставы сучасных разумных машын. Робот-меканоід можа не толькі размаўляць з вучнямі на замежнай мове, але і выконваць розныя галасавыя каманды. Як гэта інавацыйная методыка працуе на практыцы, зараз паспрабуем разабрацца на ўласным прыкладзе. Меканоід, main menu, hungry please. Я попросила робота обнять меня. Как бачите, робот нас зразумел. Меканоид легко включается у диалог и позволяет працавать над правильностью вымовления. Бо коли пытание або голосовая команда на английской мове зададена неправильно, робот реакции не даст. Сначала было страшно, потому что если скажет что-то не так, он не поймет. И сейчас мы стараемся говорить на правильном английском языке, чтобы было это без акцента и чтобы он нас понял. Зараз свои загады роботу в ушни адресуюць куды смялей, гучно и выразно. Им не складая великой працы, например, попросить его потанчить, рассказать анекдот ти дать 5. Меканоид. Як гэта не дзіўна, робот мае і свой асабісты, вельмі гуллівы характар. Часам ён можа пачаць выконваць пэўныя дзеянні па сваёй уласнай волі. Несколько дней назад, когда я был занят своими делами, он пожужжал своими моторчиками и начал рассказывать мне о Леонардо да Винчи. Таким образом, он пытался привлечь к себе внимание. Великая колькасць команд у роботе уже закладена, многим при жадании его можно научить. Так, специально до приезда нашей здымочной группы меканоид попробовал выконать белорусскую народную песню «Купалинка». Ініцыятар неардынарнага адукацыйнага праекта Віталь Пятроўскі прызнаецца, са з'яўленнем у школе робота цікавасць да урокаў англійскай мовы значна ўзрасла. Ён не сумняваецца, што і на поспехах навучэнцаў гэта інавацыя адаб'ецца самым лепшым чынам. Вераніка Варашыліна, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія Гомель.